Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочется вам показать и рассказать про урожай грецкого ореха в 2021 году. Если вы не видели видео, вот в этом верхнем углу по ссылке можете посмотреть, где я рассказывал и показывал, как они созревали, как я собирал эти орехи. И вот в этом году урожай орехов значительно меньше, как мне показалось. Ну, не как показалось, как я по факту вижу, чем в прошлом году. Не стал взвешивать, я их просто посчитал по количеству, примерно около 100 штук разных, если учитывать вот такие вот маленькие тоже. Это вот сорт ГС-85-3 и около 30 штук всего второго гибрида, это ГС-86-5. Я их все просушил, отмыл, сейчас вот хочется показать вам, рассказать, какой средний вес орешков. В принципе, вот если взять вот ГС-85-3, он гораздо крупнее, чем соседово. Это вот видно, да, по размеру. И давайте взвесим. Ну, в среднем вот 12,94. Давайте какой-нибудь другой взвесим. 11,13. То есть, ну, в среднем от 12, да, ну, вот если взять вот это вот, от 11-10 грамм, наверное, даже, скорее всего, вот от 11, да. Но есть орешки, которые поменьше размером, давайте возьмем поменьше. Ну, есть, вот такие есть 7. Но если в общем в среднем взять достаточно крупные, больше крупных орешков, 11, ну, давай, вот от 11 до 13,5, от 11 до 14 грамм, средний вес, это получается у нас примерно 12 грамм ореха, вот, 11,50, 11,46, ну, средний вес, это, грубо говоря, возьмем 12 грамм. Ну, давайте взвесим, посмотрим ГС-86-5. Они, в принципе, все практически одинакового размера, вот они прям калиброванные как будто. Вот 8,78. 8,55, 5,71, 8,86, 7,51, 9,26. Ну, то есть вот такой вес в среднем, наверное, можно взять, что 9,27. За 8, наверное, можно взять 9,27. Ну, наверное, 7 грамм взять, средний показатель, вот поэтому 7 грамм. То есть, если средний показатель здесь примерно 12, ну, можно взять ниже 11 грамм, то здесь 7 грамм. То есть, ну, в полтора раза меньше, чем этот. Но они вот у меня растут вдвое рядышком, и, скорее всего, возможно, они друг друга как раз и пыляют. Конечно же, я ожидал гораздо большего урожая. С чем это связано, не знаю, возможно, какие-то орехи были повреждены. К сожалению, у меня не было времени в этом году уделить достойного внимания, да, это грецким орехам. Был очень сильно занят, поэтому я надеюсь, что в следующем году я как раз полноценно займусь орехом, приведу его в порядок, начну формировать его как уже непосредственно как дерево. И, может быть, не в следующем году, а может быть, через год уже можно будет какие-то выводы сделать по урожайности, да, грецкого ореха. Ну, сейчас на данный момент вот ситуация такая на 2021 год. Что ж, если вам понравилось видео, нажимайте «Мне нравится». Если не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. А, к слову, скажу, что эти орехи уже как бы заказаны все. У меня даже орешков не остается. Как бы для посадки несколько штук всего. Ну, в этом году я заложил как бы большой запас посаженцев, посадил достаточно большое количество, более 200 саженцев грецкого ореха, выращенных из косточек, у меня, в принципе, сейчас вот растет. К сожалению, они растут и развиваются не так, как мне хотелось бы, да, но я надеюсь, что в следующем году они, скажем так, больше дадут прирост, и, в принципе, можно будет уже что-то показать по ним. Сейчас пока показать нечего. Они небольшого размера, там 20-30 сантиметров высотой всего. По ним будет как бы в следующем году уже видео. На этом все. До встречи в новых видео.
Пока.